years ago, when I was in my office, I was not so happy with our classical orthopedic treatments. Когда я работал ортопедическим хирургом, я был не очень счастлив и доволен результатами своей работы. Because if it was not for surgery, all the treatments were only pills or hips. Все способы лечения, которые у нас были, кроме хирургических вмешательств, были таблетки и прогревания. As soon as I became a neurologist, I orthopedic surgeon, spinal surgeon. Как только я стал неврологом и спинальным хирургом, and I started to see different techniques, chiropractic techniques to treat my patients. Я стал изучать разные техники мануальной терапии, чтобы помочь своим пациентам. I discovered that everything is neurology. И я обнаружил, что все, за что бы я ни брался, это было связано с неврологией. We have the brain and the rest of the body. У нас есть мозг и все остальное тело. If we understand the brain, we understand everything. Если мы понимаем, как работает мозг, мы понимаем, как работает весь организм. Probably is the more the selfish understanding when we are neurologists. И это камень преткновения для всех неврологов. But most of the time it's true. Brain, good brain, healthy brain is a healthy person. Здоровый мозг, как правило, это здоровое тело. There are many treatments, manual treatments that help a lot to the patients. У нас существует очень много мануальных методик, которые помогают пациентам. Most of them, when they do adjustment or they massage or they some stretching or whatever, what they are doing is just sending information to the brain. Что мы делаем, когда мы делаем какие-либо мануальные манипуляции с телом? Делаем либо массаж или какие-то специальные техники. В любом случае мы будем посылать мозгу некую информацию в виде сигнала. When we try to move the bones in the skull. Даже когда мы отслеживаем ритмы, краниосакральные ритмы, мы все равно будем посылать информацию в мозг. When we adjust the spine. Когда мы делаем манипуляции на позвоночнике, мы точно так же меняем информацию для мозга. Most of the time is just information. Большая часть времени это все будет информация. The results are great. Результаты отличные. But I want to try to give you a new understanding of what can we do with the body. Но он попытается дать вам еще одно направление, еще один взгляд на то, что происходит с телом. When we, what is BDR? Что вообще такое BDR? BDR is a new system. Это новая неврологическая люксогенная система. That test, diagnose, and reset the information that goes to the brain. Диагностирует и перезагружает входящий информационный поток. The brain needs a lot of information to work, to move, to this, to whatever. We need a lot of information. Для повседневной жизни, для того чтобы организм двигался и воспринимал окружающий мир, нам нужно очень много информации. We have visual, we have touch, we have fine touch. У нас есть тактильная информация, визуальная информация, слуховая информация, включаются рецепты грубого касания, тонкого касания. We have a vibration, we have a Pacini, vibration. Pacini, любой стимул будет так или иначе распознан определенным видом рецепта. Most of the information that crosses through the spine is afferent. Большая часть информации, которая идет по позвоночному столбу, она афферентная. And much less information is afferent. 75% афферентной информации и 25% афферентной информации. As I said, we have many options of information, but the brain responds only in three different ways. У нас очень большой поток входящей информации, но мозг будет отвечать только тремя видами ответа. One is internal
thinking, internal thoughts, internal process. Second, increase or decrease the production of the glands. Or inhibition or facilitation of the muscles. Only the muscles can move the body. Fascia, for example, is passive. Фасция, она пассивная, она удерживает мышцы, но не совершает движения. But has a lot of Golgis and a lot of receptors that give information from the fascia. Фасция находится очень большое количество рецепторов, в том числе рецепторы Golgi, которые дают очень много информации мозгу. Then when we treat the fascia, we are treating receptors. Когда мы лечим фасцию, мы по сути лечим рецепторы. Мы воздействуем на рецепторы, которые находятся в фасции. Then, if we treat the receptor, why not to test and do a specific diagnosis of every single receptor? Поэтому он подумал, исходя из этой всей информации, которую он понял и собрал, он подумал, почему бы не придумать систему, по которой можно было бы тестировать сами рецепторы и определять, какой вид информации они несут. What does this PDTR treat? Что лечит ПДТР? Okay, the best way is to compare the brain, the body or the brain with a computer. Лучший способ это сравнить мозг с компьютером. The computer has three different parts. Компьютер есть три разные части. Software. Программное обеспечение. Hardware. Так называемое железо. And firmware, the BIOS. И так называемая прошивка BIOS. When we have a problem with the hardware, we need to change the part of the computer. Когда у нас есть проблемы с железом, то тогда нам нужно заменить части компьютера. If we have a fracture of the hip or a cross of the hip, we need to replace. Если мы сломали бедро или у нас артроз бедра, we need to replace the hip. Нам нужно заменить бедро. If we это have то, что называется железо или структурные органические повреждения. If we have a big herniated disc that compress the nerve so bad. Если у нас большая грыжа, которая вызывает физическую компрессию нервов, maybe we need a surgery to withdraw the compression. То, наверное, нам потребуется хирургическое вмешательство, чтобы убрать компрессию. But in the computer, 95% or more of the problems come from software. Но если сравнивать, опять же, мозг с компьютером, то в компьютере 95% проблем от программного обеспечения, а не от железа. In the patient, most of the problems come from software. Точно так же и в человеческом организме большая часть проблем это функциональные проблемы. Есть структура. The computer may doesn't work any, may show only a blue screen or nothing, just because it has a software problem. И компьютер может показывать просто голубой загрузочный экран не потому, что у него сломалась материнская плата или видеокарта, а просто потому, что у него не работает программное обеспечение. We have the tools to treat the patients with software. It's easier, and we don't need pills, we don't need surgery, we don't need any treatment for hardware problems. He also считает, что очень многие функциональные проблемы могут быть решены с помощью инструментов, которые предлагает ПДТР. И тогда нам не нужно, во многих случаях не надо пить таблетки или делать какое-то хирургическое вмешательство. I'm going to try to be more practice today because if not, just talking is boring. Просто говорить очень скучно, поэтому я буду пытаться показывать практические вещи. Because to measure the production of the glands is hard. Так как мы не можем измерить работу желез внутренней секреции и не можем отследить, как они работают. And I need to test constantly. Нам нужен постоянный ответ от тела. На наши стимулы. We use a different kind of manual muscle testing. Мы используем мануальное мышечное тестирование. In our case, our goal is to test the brain function. В нашем случае путем мышечного тестирования мы тестируем неврологический ответ мозга. I need to feel that the muscle locks. Мы должны чувствовать, что мышца отвечает на силовое воздействие. And I'm going to show you how the
brain may respond normally and how the brain may inhibit this function. И он покажет нормальный ответ, который считается нормой, и ненормальный ответ. I'm going to test here animal. Сейчас будем тестировать любую мышцу. In this case, I can test here the deltoid. I am testing the serratus anterior. Biceps. Biceps. But how the brain fails is the way I know what is the muscle associated with the weakness. И вот сейчас постарайтесь найти слабую мышцу и посмотрим на нейрологический ответ мозга на тест. Let me test first to see if he can inhibit. Просто удерживать мышцу. When we show a patient parallel lines, когда мы показываем пациенту параллельные линии, the patient should inhibit any muscle. Любая мышца человеческого тела должна ингибировать, то есть становиться слабой. If the patient see the lines in this position, nothing happens. Если пациент увидит полоски вот в таком положении, ничего не произойдет. Полоски должны быть строго параллельные. When I test a patient and I put the parallel lines, should inhibit completely. Когда он показывает параллельные линии, должна быть полная ингибиция. If not, the patient has a problem. Если этого не происходит, это будет ненормальный ответ. Okay. Okay. In this case, inhibit. Okay. В данном случае он нормально ингибирует. If I show him the X lines, is it facilitates? Перекрестные линии, yes. То мышцы наоборот усиливаются. Is very very strong if he sees the lines. Again parallel lines and again inhibits. Yes? The smiling showed us that he feel how the muscle changes. Он сам сейчас чувствует, что действительно так есть. There are other Golgis in some ligaments that inhibit so fast. Во многих связках есть рецепторы Golgi, которые будут ингибировать ассоциированные мышцы очень-очень-очень быстро. For example, ALL, anterior longitudinal ligament. Передняя продольная связка, например. If I test the patient and extend and test the flexors, they should be strong. Если я протестирую флексоры, они должны быть по идее сильными. If I stretch the ALL, если я растянул переднюю продольную связку, then should be weak. То флексоры тут же станут слабыми. If I test his flexors, если я тестирую флексоры, is они сильные. Very very strong, yes. If I stretch, soft. Если он очень мягко растянет переднюю продольную связку, hold. Also, now this is weak. Good. То this is normal. Flexor становится слабым. Это нормальный ответ. It's a normal response because the Golgis in these specific ligaments inhibit at the first stretch. Что происходит в данном случае, когда мы растягиваем какую-либо связку, мы стимулируем рецепторы Golgi в этой связке. Соответственно, информация в мозг приходит о растяжении связки, и чтобы защитить свои мышцы, мозг дает команду на ингибицию мышц, просто их не повредить, это нормальная защитная реакция. With normal strength, I cannot beat, yes? Без стимуляции связки флексоры очень сильные, он их не может ингибировать. There are other areas of the body that can inhibit. For example, то же самое происходит со всеми другими частями тела. The capsule. The dorsal capsule, the first metatarsophalangeal joint, carpometacarpal joint, inhibits all the muscles in the body. If I stretch this capsule, если он растянет эту капсулу, то
If it doesn't inhibit, it's dysfunctional. Stretch your hand. Stretch this way. And neck weakens. Leg weakens. Такой прием используется в боевых искусствах. Да. Для того, чтобы противника ослабить. Yeah. Change. If I push forward the mastoid process, если он толкнет вперед сосцевидный отросток, is it strong? То no problem. Ответ индикатор не может сильный. Нет проблем. If I push forward and I ask him to inspire если я толкну отросток вперед и попрошу его вдохнуть, то моментально мышца станет слабой. Become weak. If I ask him to breathe out, если я попрошу его сделать выдох, what? Keep strong. Because I push in the direction of the mastoid during expiration. Потому что на выдохе это естественное движение сосцевидного отростка. If I push back the mastoid process during inspiration, во время вдоха, is it strong? То мышцы сильные, потому что опять же это естественное движение. Выдох, and now и он толкает сосцевидный отросток назад, и мышцы сразу слабые, потому что для мозга это искаженная, неоперантная, неправильная информация. Because I am moving the bone in the opposite direction of what's supposed to do. Потому что он двигает кость в направлении противоположном естественному процессу. If I hold, push forward the occiput, если я толкну вперед затылочную кость, I am moving the occiput in extension. То я тогда это будет экстензия затылочной кости. Breathe in. Прошу вдохнуть. It is inhibits. И моментально мышцы становятся слабой, потому что это опять же противоестественное движение. If I push in expiration, если я сделаю на выдохе, out, is strong. То мышцы очень сильные, потому что это естественное движение. I can demonstrate that we can inhibit indicator muscles. То есть я сейчас показал, каким образом, совершая противоестественные движения черепа, можно ингибировать индикаторные мышцы. What I am doing? Что я делаю? Почему так происходит? I am stretching specific fibers between different bones. Я стимулирую специфические волокна между костями. How much movement we have? Probably it's minimal. Сколько у нас там есть движения? Возможно, оно минимальное. Probably minimal, but enough to stretch the body. Это может быть минимальное движение, но оно вполне достаточно, чтобы стимулировать волокна и стимулировать рецепторы, которые находятся в швах. Then we have movements. It's minimal, but we have moves. I agree. И в любом случае, если даже эти движения минимальные, они все равно присутствуют. I'm not so sure if this minimal movement is enough to pump the craniosacral fluid. Я не совсем уверен, что вот эти минимальные движения хватает для того, чтобы продвигать жидкость. But I am sure that I create a stimulus in the Golgi, in the skull. Но я абсолютно уверен, что я создаю стимул в швах и стимулирую рецепторы Golgi. Okay, now I'm going to see if we have a specific dysfunction. Теперь я посмотрю, есть ли у этого человека какая-то специфическая краниальная дисфункция. One of them, let me check. Вдохните. Hold. Breathe in. Breathe out. Hold. Okay. I'm looking to see if I can find a cranial fold. Мне нужно найти у него какую-то краниальную проблему. Touch him. No, I don't know if it's primary or not, but I know if it's primary or not. Он знает, что это первичная дисфункция, но он не знает, приоритетная она или нет. Touching with one hand, the leg or any other muscle is strong, unless he breathes out. Одной рукой
до сердцевидного отростка, и мы тестируем тентатурную мышцу. И что происходит? Она сильная. It's strong. This is not primary. Если мы дотрагиваемся двумя руками, а именно вот так вот, то это стимул, который нам дает понять, приоритетная проблема это, первичная это проблема или нет. Probably. He wants to repeat. Okay. Touching with one hand. Мы дотронулись одной рукой. It's strong. Мы активировали только одно полушарие с LDL. Breathe out. Вдохнул, выдохнул. And inhibit, yes? Inhibit because increase the signal with expiration. Эта мышца стала слабой, потому что выдохом он усилил дисфункцию. Touching with two hands was Теперь, если он дотронется двумя руками, with no respiration, без вдоха, keep it strong. Мышца остается сильной. That show me Это говорит о том, that this is a compensator. Что это компенсаторная проблема. Это не первичная дисфункция. Это одна из компенсаций. Sometimes we may have a problem, cranial problems, primary here, secondary there. Вот это то, что называется фрактал дисфункцией. But maybe we have another dysfunction, and this is really is only compensatory of the dysfunction. Например, если у нас краниальная проблема была вот в этой зоне, то это означает, что это просто компенсаторная дисфункция, которая поддерживает основную. И если мы пролечим первичный и вторичный рецептор в этой дисфункции, мы уберем подпорку и только сделаем хуже. Поэтому вот это объясняет, почему после некоторых манипуляций у нас пациенты чувствуют себя не лучше, а хуже. Потому что мы как раз убираем компенсацию. А если мы уберем основную приоритетную дисфункцию, то тогда мы уберем все неслежащие от ней дисфункции. Somebody wants to touch him, to Кто-нибудь хочет проверить остеопатически вот этого пациента? Somebody wants to touch him and make the craniosacral therapy diagnosis. И можно ли этому пациенту каким-то образом сделать краниосакральную? One can be frontal bone, but it's really is a maxillar bone. Сейчас он делал провокацию на верхней челюсти. Покажите. Okay, only this one inhibits, yes? Только с этой стороны есть ингибиция. He push down the maxilla, inhibit indicator muscle. Челюсть вниз, yes? То индикаторная мышца становится слабой. Yes? We have two options. У нас есть два варианта. Let him to fix the problem and let's see if I can recreate the problem from the primary. Дать доктору отработать эту проблему и потом посмотреть, можем ли мы ее воссоздать. Other option is to show you how to fix it in Или показать, sense. Как пролечить эту проблему сразу, потом дать доктору посмотреть, что изменилось. A stimulus, breathe out. Touch here.
We did? Фиксируешь сам. Видал? Вот. Вот. Yes, it's strong. And in here. Touch inside. Закройтесь внутри, да. Breathe in, breathe out. Okay, breathe out. Ложитесь, смотрите, что-то изменилось. Right? В эту зону не тянет, теперь есть движение со стороны. То есть уже в эту зону не тянет. В эту зону не тянет. Да. Окей, у нас доктор говорит, что теперь напряжение. Да, то есть какая-то идет работа со стороны. Ну вот в эту зону, которую первый раз я пропальпировал, уже не тянет, и чувствуется перестройка со стороны скуловых костей происходит. Брук. То есть лучше стало? Да, лучше стало. Compress it a little here. Strong. Push down. This one was priority. This one was below. When I pick this one, it disappeared. В фрактале также участвовали дисфункции скуловых костей, но они сейчас также. Дело в том, что я в течение длительного времени много ежедневно работала на компьютере без перерывов практически, ну вот так получилось. В результате у меня правая рука, которая с мышью не расставалась в течение вот этого времени, получила, ну, так сказать, травму, по-видимому, такую, которая, в общем, вроде виртуальная, а на самом деле повернуть руку больно. И повернуть руку, и вот уже в течение более месяца, нет, даже побольше, и так, и сяк, и мази, и включение мануального терапевта, и, в общем, всякие вещи, которые мне предлагали, и биодинамический подход, мне не помогло ничего. Вот я решила попробовать вдруг, прямо сейчас, или, может, до завтрашнего дня, с этой рукой, что-нибудь произойдет положительное. Окей, if I do that, here is a pain. Okay. Такое вот движение вызывает очень большую боль. This is a syndrome of pain. This one is painful. Это движение болезни. Put the hand down. Put strong. Держите как следует. Put strong. Экстензор. No, 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 no. Держите как следует. Сильно держите. Сильно. Okay. No. No. Теперь держите, надо протестировать флексор. Как следует, держитесь. Он будет делать вот такое движение, а вы сопротивляетесь. Сейчас будет тестировать пронатор. Yes, so it's subinator. И субинатор. Пронация очень слабый. Супинатор is weak. Супинатор очень слабый. And then? Hold. И держите как следует. And pronator is strong. И пронатор сильный. And hypertonic. Пронатор сильный и гипертоничный. Это значит, он не может ингибировать. Instead, in this case, to test a weak muscle, I'm going to try to find what caused the hypertonicity. Вместо того, чтобы сейчас лечить слабую мышцу, он будет проверять, что вызвало гипертоничность этой мышцы. First, I draw to see if I can decrease the signal of mechanoreceptor. Сначала он делает антистимул, чтобы попробовать снизить сигнал от какого-либо дисфункционального рецептора. Now I'm going to compress to see if I can decrease the signal of nociceptor. Okay.
Okay. Look like the same area of the tendon, to the extensor. What's wrong? Сухожилие экстензора. Inhibits. Yes. Как только он стимулирует сухожилие экстензора, то пронатор ингибирует. If I compress the area of the tendon, если он зажмет зону сухожилия, pronator inhibits. Пронатор становится слабым, то есть он тонит. Now I'm going to see if the weak supinator facilitates with the same compression. Теперь мы проверим, у нас супинатор был слабым. Теперь мы проверим, если он в этой области зажмет и уберет сигнал высокочувствительного рецептора, что изменится с супинатором? And yes, as soon as I compress the area of the tendon, supinator becomes strong. И как только он зажимает эту зону, супинатор становится сильным. Now I'm going to try to see what is the receptor associated with this disease. Сейчас он попытается найти, какой рецептор ассоциирован с этой проблемой. Strong. Okay, let me see. Okay. Палиоспиноретикуларис is not the dysfunctional receptor. В данном случае здесь нет никакой связи с палиоспинотоломическим путем. Okay, as soon as I rub the area, now inhibits. Когда он делает стимул грубого касания, индикаторные мышцы ингибируют. How is possible that the problem improves if I rub the area and at the same time if I rub is a dysfunction? Как в одно и то же время может быть, что дисфункция улучшается при стимуляции грубого касания? Because it's a secondary compensator. Потому что это вторичная компенсация. Грубое касание – это вот такой вот стимул. And it's secondary. Now, I need to find what is the primary dysfunctional receptor associated with this secondary. Сейчас он должен найти, какая первичная дисфункция будет ассоциирована с этой компенсаторной дисфункцией. Look here, please. Look here. Yes, I see. Oh, look here. Yeah, look there. Okay. Remember the second page. Okay. Spino mesencephalic is the mesencephalic. No pain. Last time, no pain. No pain. Okay, hold there. Push. Back. Push. Back. Now, we have straight. Push. Когда он зажимает в области слюнной железы? Touch there. Push. With the finger. Okay. Pain? No. Now no. What? What this? Is this the strongest? No. Yes. Is the strongest test? Pain? How much? От 0 до 10 сколько боль? От 0 до 10, если боль оцифровать, сколько, на сколько боль? 6-7. Okay. Что? Give me a
who you have here. Yeah, so strong, so strong, strong. Yes. Give me that. Very strong. So strong. 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 Silent. Silent. This slow. No, no, sí, y no quiero. Ok, entonces, otro. No, es el Trump, great. Es que, es el mejor. Otro. Y Trump. And right up here. Mouse is a job. It's job, it's clean here, it's a job. It's a VRP. Хосе нашел проблема, основная и приоритетная, это проблема с зоной отраженной боли зубов. И она находится на уровне нижней челюсти. Зона отраженной боли – это уже работа симпатической и парасимпатической нервной системы. Хорошо. Что? Нет, 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 нет. В любом случае, суть процесса будет всегда одна и та же. Это найти первично пораженный рецептор, найти его основную компенсаторную пару, стимулировать оба рецептора, то есть усилить сигнал от обоих рецепторов одновременно и вызвать рефлекс. Only here. The strong. 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 The strong. The strong. The strong. Okay. Before you have the pain when you do that. How do you feel? What? Завтра продолжим. Флексоры большого пальца, короткие и длинные. Both flexors are strong. Оба флексора сильные. Supraspinatus, supraspinatus. Supinator,
short is strong, large is weak. Длинный экстенсор слабый, короткий экстенсор сильный. Maybe pain here? Well, yes. Yes. Okay, in the hand, push here. Push. То есть, как мы показывали вчера, мы ставим терапевтическую локализацию на сюда, и у нас экстензор длинный меняет свою силу. Снимайте. А может быть компрессия радиального нерва в этой зоне? Или компрессия может быть выше? На уровне плечевого нервного сплетения? А малая грудная мышца слабая в исходном состоянии. Держите голову как следует. Вот здесь держите. Is it strong? Держите параллельные линии. Сопротивляйтесь его. И мышцы шеи гипертоничны. Yeah. One more time. Он нашел гипертоничную мышцу. И он смотрит, что, какой стимул может убрать эту гипертоничность. И он делает антистимул механорецепторов, а механорецепторы это больше. И смотрит, в какой зоне этот антистимул сработает и уберет гипертоничность. Как только мы уберем гипертоничность мышцы, она перестанет сдавливать нервы. Okay. Here we have a palio. Also, move your knee away. Now we'll see, hold on. Hold on. Yes. Then, priority. Hold on. Weakness. Hold on. Теперь смотрим, что произошло с лестничными мышцами. Они были в тонусе. Теперь проверяем экстензор, который был слабым. Экстензор, да. Давите. Try to do this. No pain. No pain. No pain. Thank you. Глаза болят.
is hurting you? Здесь будет. Возникает часто. In the shape, тоже. And occipital bone as well, okay. Okay, let's see if this is the frontal bone. Давайте посмотрим, является ли он. You have the top of the bone. And push back. Push up in this area. Просто пациента стимулирует крестовую кость. And tell me if it decreases the pain. Уменьшается ли боль в глазах, когда вы надавливаете на шею? Yes. Yes. If I push up the maxilla, decreases the pain. Если он толкает верхнюю челюсть наверх, и боль уменьшается, это указывает на то, что есть данная дисфункция. Now, please compress it. Зажмите, пожалуйста. Yes, strong. Поддержите руку. Strong, сильно. Now I'm going to push down posterior and medial the malar bone and inhibits. При стимуляции кости индикаторная мышца становится слабой. Double. Стимул. And nothing happens. It's not primary. Это не первичный рецептор. Это компенсация. Then I'm going now to look for a specific suture in the zygoma. Теперь он будет искать специфический шов с половой кости. It's not primary. И это не приоритетная, не первичная дисфункция. Now we want to go back to the same place in the mouth, the same place the area between the palate and the sphenoid joint process. You want to touch? No. You know what it is? No. Вы знаете? Нёмная. Oh. And it is functional. Okay. Double C. Просто сделал пациенту двойной стимул. This is primary. Now, do it again. И это первичная дисфункция. Ну, краниальных нарушений я сейчас не вижу. Возможно, немножечко ограничено движение краниальной кости вперед. Но мне так кажется, что это фасциальная тяга в район горла туда. A big difference between osteopaths and PTR is our tools for diagnosis. Очень большая разница между ПДТР и остеопатическим лечением – это инструменты для диагностики. It's not only because we use manual muscle testing. Это не потому, что мы используем мануальное мышечное тестирование. It's because osteopaths are training to feel with the hands. А остеопаты учатся очень долго чувствовать, и остеопаты используют прослушивание. We in PTR we care about how to feel, but it's much more important for us how to see. ПДТР для нас это безусловно важно уметь чувствовать, далеко не все это умеют, но для нас основным является видеть. Why we think that see is important? Почему мы считаем, что видеть очень важно? Because if I want to test a patient, I need to test every single part of his body. Если я хочу протестировать пациента, мне придется тестировать каждую мышцу. If my problem is in the foot and I touch the head, если проблема в ноге, а я буду трогать его голову, то what happened? Or займет очень много времени. Are you going to test everything the patient? И, конечно же, мы не можем тестировать каждую мышцу. Probably not. For us in my office, when I open the door of my когда office, я открываю дверь офиса для пациента, I try to see the patient coming to me. Я смотрю, как пациент ко мне входит. As soon as he comes to me, I know what muscle is weak. И так пока он ко мне идет, я уже знаю, что у него не работает, какой у него паттерн ингибиции, что я буду тестировать. The history of the patient plus the muscles that are not working give me an idea. История пациента, анамнез и то, что я вижу в первые несколько секунд, дают мне возможность поставить. Tell me how where to start. Не поставить диагноз, а дают мне возможность
показывают, с чего мне начать. И the patient comes to me with a terrible gait. Если ко мне приходит пациент с очень плохой походкой. And he complains of neck problems. И он жалуется на боль в шее. I can see weakness, for example, the upper trap. И я вижу слабость, например, верхней трапеции. But I'm going to start to look for the receptor in the food with the problems. Но я буду искать первоначальный рецептор таранной кости. Yeah. Голеностопе. Then, if I have visual diagnosis, I can see completely the patient. Если у меня развита визуальная диагностика, я могу точно увидеть пациента. Okay. How can we treat a child? This is really magic. Так, там лечат детей, это действительно магия. We need to use surrogate testing. И мы используем суррогатное тестирование для лечения детей, потому что сами Please. Они не могут ответить на тест. Сидер. Садитесь сюда. Okay. Yes. This is strong. То есть тестируем мышцу, она тестируется как сильно. I'm going to inhibit the deltoid in him and he become weak. I'm going now to test neck. Сейчас я попробую протестировать шею. I push his nose up and he weakens. Сегодня мы начнем с очень простой темы, которая может быть полезна очень многим пациентам. This protocol is the event. Называется это техника event, то есть событие. But has two limitations. В этой методике есть два ограничения. One, the patient needs to recall the event. Первое, пациент должен помнить. Body position perfectly exactly. И точно должен вспомнить позицию тела, в которой после травмы. And second, it's going to treat only the problems caused by this event. И эта техника снимет проблемы, связанные только с перенесенной травмой. Если какие-то травмы, после которых были какие-то последствия? Особо нет, но вот сейчас недавно, самый последний, да, то что. При занятиях спортом была очень резкая боль. Let me tell your neck. Сначала протестируем мышцы шеи. Да. Now it's weak. Окей. Как только он поднимает руки, выводит руки вот в такое положение, его флексоры становятся абсолютно слабыми. Окей. Like a neurologist, explain me why you reproduce the position. Теперь как невролог, объясните, почему, когда вы поднимаете руки наверх, почему у вас слабеют флексоры шеи? Хороший вопрос. И не только шея. Это руки в том числе. Okay. Это руки в том числе. Now we choose the position. Okay. Now, even because in event there is no hypertonicity. В событии нет гипертоничности. Даже если мышцы какие-то были гипертоничные, они в эвенте они все равно там слабые. No more hypertonicity. В этом положении у него нет гипертоничности. Right the leg. Головная слабость. The leg. Are there? Oh. And this is weak too. Yes. И мышцы также слабые. Okay. Are there? Did you leave there? Okay. Don't move. Remember the pain in the shoulder. Опять мы просим пациента вспомнить положение, которое ему кажется травматичным. Просим пациента вспомнить о боли. Don't move. Не двигайтесь. Reflex to be. No reflector. Okay. Okay. Now it's strong. See? First, let me test first. Neck. Теперь в этом положении мы тестируем мышцы. Шея каменная. No, it's a rock. Все остальное тоже сильное. See?
Let's see if this event is associated with hypertonicity of the other arm. Теперь мы можем посмотреть, имеет ли вот это событие к гипертонусу на правом нее. Сравните локоть.
Hold on. Hold on. This looks like this is strong. Okay, we can go. Remember the pain? And the tendency to be there. Просим, вспоминайте, подумайте о боли. Как вы рефлекс вызывает? А рефлекс можно только закрыть. Could it hear? И любой рефлекс. Окей. И тоже проверяем. Now, let me test again. Лежит голову. Окей, turn over. Переворачивайтесь. Sometimes the problem is a bit, move a little bit, and then look like we treat the patient, but not. It's just he just changed the position. Иногда пациент может чуть-чуть подвинуться и поменять, и мышечный ответ поменяется. Нам нужно всегда очень точно положить пациента и убедиться, что действительно есть глобальная слабость. Навыки письма, слабое ощущение времени, визуальные дисфункции, медленная обработка информации, проблемы с концентрацией, с вниманием, невозможность долго сидеть, слабые организационные навыки, гиперактивность, гиперчувствительность к звуку, к прикосновению, к свету,
проблемы с речью и позднее развитие моторной координации, проблемы с балансом. Вот все эти симптомы могут быть у человека, у которого до сих пор активны детские примитивные рефлексы. Только часть симптомов, а гораздо больше. Например, вспыльчивость, мочеиспускание после 5 лет, укачивание в машине, очень плохо привыкают к чему-то новому, боязнь школы, слабая мотивация или слабая самооценка, депрессия, волнение, стресс. Проблемы с поведением, проблемы с самооценкой, с мотивационными проблемами и с проблемами с мотивацией. Очень много поведенческих проблем связано с активностью когнитивных рефлексов у детей. И не только у детей, а у взрослых тоже. This is the list, the primitive reflex with the more specific associated problems. Это более специфические ассоциации с каждым рефлексом. Например, рефлекс паралича при страхе будет задействована парасимпатическая нервная система, будет беспокойство, панические атаки, страхи, фобии, аутизм, проблемы с пищеварением, иммунные проблемы, эндокринные проблемы. Рефлекс Моро задействована симпатическая нервная система. Это агрессивность, гиперактивность, аутоиммунные проблемы, возможно, астма и дефицит внимания. У девушки мы можем прямо наблюдать поворот головы. То есть она, у нее голова автоматически поворачивается в сторону стимула. А в норме не должна? В норме не должна. Нет, это как раз примитивный рефлекс, который... Да, как только мы глубоким давлением зажали механически зону носа, глубокое давление – это антистимул на цицепции. Условно, когда мы ударились, да, мы зажимаем место, которое болит. И он моментально изменяет ответ мышечный. То есть мы изменили входящую информацию, и моментально ответ нервной системы изменился. У нас есть рефлекс. We have at least one with the rooting reflex. Rooting reflex could be as bad as to move the head when we make the stimulus. Поисковый рефлекс может быть выражен ярко, как мы наблюдали в случае с девушкой, и может присутствовать только ингибиционный паттерн, то есть когда мы стимулируем зону, могут ослабевать ротаторы шеи. Or maybe we just create an inhibition pattern. Is this strong? Мы тестируем ротаторы шеи изначально. Push. Сильно. Strong. Они сильные. We do the rooted reflexes. Если он сейчас провоцирует поисковый рефлекс, моментально у него наблюдается слабость ротаторов шеи. Что сейчас мы опять делаем? Он опять пытается снизить сигнал от дисфункционального рецептора. Опять глубоким давлением. И найти ту зону, которая связана с активацией этого примитивного рефлекса. Как правило, это то, что обнаружил Хосе экспериментально, что, как правило, эти зоны больше на голове. Иногда бывает где-то еще, но в основном на голове и на шее. Push. 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 Push.
Протокол будет всегда один и тот же. Мы находим мышечную слабость или мы находим какие-то ограничения движения или это боли, и мы начинаем искать функциональный рецептор, который связан с проблемой. Потом мы начинаем определять приоритет этого рецептора. Если он не приоритетный, будем искать в другой зоне. Потом мы находим пару. И потом мы убираем дисфункцию, после чего проверяем. Годи. В данном случае, в его случае, приоритетным дисфункциональным рецептором будет являться Годжи. Pacini, yes, Pacini. Bene. Pacini Golgi? Pacini Golgi. No, в данном случае пара будет Pacini Golgi. Разница в остеопатическом мануальном подходе и подходе ПТР – это инструменты, по которым мы можем диагностировать. Для нас очень классно иметь навыки пальпации и чувствовать дисфункции. Medical doctor, we have no skills to see and no skills to test. У обычных клинических врачей, как правило, нет вообще никаких навыков. Потому что, как правило, они не трогают пациента руками. When they have patients, medical doctors in general, my problem is to show them how to feel and how to test. Когда у него есть студенты, которые клинические доктора, то основная задача – научить их чувствовать другого человека, научить их трогать другого человека и воспринимать информацию. When I teach people who are in rehabilitation or massage therapists, когда он учит массажных терапевтов и реабилитологов, they have good skills to teach, to feel. У них есть отличный навык пальпации. But they don't have background. Но они совершенно не подготовлены теоретически. They don't не знают, они не понимают принцип работы. Probably the best people to understand PTR are chiropractors and osteopaths. Лучшие люди, которые могут понять работу с ПДТР, это остеопаты и мануальные терапевты, потому что они имеют и подготовку, и навык пальпации, навык вообще работать с другим телом. For the background and for the skills to test. У них есть навыки и тестирования, и пальпации. The next topic is going to be how to see. Поэтому наш следующий топик будет по поводу того, как видеть. The seminar of
how to see for the advanced people land between 3 to 5 days. У нас есть продвинутый семинар, на котором мы учимся только визуальной диагностике, он примерно длится 3-5 дней. Then we want to try to see in an hour. Мы попробуем за час. At least to have an idea. Просто получить общее представление. What can we do? Somebody here has a problem with the shoulders. У кого-нибудь здесь есть проблемы с плечи, у кого-нибудь болят? Плечи. Плечи. One movement and people. Какое движение вызывает боль? Вот такое движение. Абдукция или аддукция вызывает проблемы. This one? Абдукция. Ротация не вызывает проблемы. Мы нашли проблему. Почему болят плечи? Это огромный татуировка. Some people try to keep themselves at some point in life. Некоторые люди стараются фиксировать какие-то приятные моменты в жизни вот такой вот печатью. Tattoos is an aggression to the body. Татуировки – это агрессия по отношению к нервной системе, и нервная система воспринимает это как травму. And many patients have dysfunction receptor, nociceptor for the tattoos. Очень многие пациенты, у них есть дисфункциональные рецепторы, дисфункциональные нациоцепторы, связанные с нанесением татуировки, потому что нервная система – это травма. What's wrong? Is it strong? Let me see. And hot is hypertonic. Очень сильная и гипертоничная. But here is weak. Но здесь в такой позиции слабая. In this case, here is weak. If without paralysis. Даже без параллельных линий мышц. Hypertonic to here and weak in this. То есть на этом уровне будет гипертонус, а уже на этом уровне будет слабость. Why? From here is hypertonic and there is weak. Почему так? Почему она на этом уровне абдукции слабая, а все гипертоничная, а выше она становится слабая? Maybe it's a receptor that here is overstimulated and creates hypertonicity and there is not as bad only to create weak. Может быть, когда он делает вот такое движение, то он стимулирует в конкретной зоне определенный рецептор, а когда он проходит через эту зону, то стимуляция становится меньше, соответственно, сигнал уменьшается. After extensive scanning, после интенсивного сканирования, we found that this is weak. Он обнаружил слабую мышцу. But if I compress, если он зажмет, the bat, the wing of the bat, the wing of the dragon or the bat. Если он зажмет крыло дракона, is it strong? То мышца сразу становится сильной. It is very, very strong. И становится очень-очень сильной. Потому что, опять же, он дал стимул нотцицепторов, он убрал высокий сигнал, и, соответственно, сразу моментально изменился ответ нервной системы. Если он не будет зажимать эту татуировку, то мышца будет слабой постоянно. Now, I'm going to test. Here is hypertonic. Compress again. В этом положении мышца гипертонична, он опять зажал, он опять снизил сигнал высокосигнального рецептора, и опять мышца восстанавливается, ответ меняется. Diagnosis. Диагноз. Tattoo. Татуировка. No. Why tattoo? Зачем вам татуировка? It was 20 years ago. Что случилось 20 лет назад? Микрофон, пожалуйста. Это было сделано для удовольствия.
Это было сделано для удовольствия 20 лет назад. Мне понравилось. Okay. In this case, probably it's going to be a failure, but I need to test for it. В данном случае, скорее всего, это будет рецептор, который называется палио. Это рецептор диффузный, долгой боли. He compressed the tendon to let me use an indicator buffer. Есть один из инструментов, который усиливает сигнал от дисфункциональных рецепторов. Это зажатие сухожилия. Палио. Стимул палио – это хлопок. Хлопок. Нео. Стимул нео. Helps. И когда он начинает покалывать, стимул нео – это рецептор быстрой Because боли, это укол. It's a dysfunctional receptor. И этот рецептор дисфункциональный. We have нео. In... Татуировки вроде делают иголка. Here is the nail. Он находит точную зону конкретного, точного, специфического рецептора. Maybe is the secondary, maybe the primary. И первичная дисфункция, и вторичная дисфункция могут иметь ассоциированные мышцы и могут вызвать слабость индикаторной мышцы при их стимуляции. With the arm here, there's the nail, and keep going, is the primary. И мы проверяем, первичная ли это дисфункция или нет, мы даем стимул нео, поднимаем руку, и рука у нас слабая. Мегастимулус, антитиар. Он сделал стимул и вызвал глубокий сухожильный рефлекс. Это называется перевод дисфункции в базовую. Is it strong? And here. Now neurology is working. И теперь неврологический ответ нормальный, и мышцы ингибируют на параллельной линии. Но дисфункция все равно еще присутствует, он ее не пролечил. It's only in the basic mode. Эта дисфункция находится в так называемом базовом состоянии. Если вы помните картинку, которую показывал Хосе с классификацией дисфункций, то они бывают базовая дисфункция, и дальше по уровню возрастания сигнала дисфункция прогрессирует. И, например, есть там гипер 5, это когда вы уже в больнице находитесь, и у вас очень много симптомов. Вот когда мы переводим дисфункцию в базовую, мы снижаем уровень сигнала от гипер 5 и переводим ее в базу. Зеленый коридор практически. И остается минимальная дисфункция, у нас изменяется мышечный ответ. То есть все ранее слабые мышцы, они станут сильными, и у нас останется только один первичный рецептор, один вторичный и один третичный. Вот это называется перевести в базу. То есть временно мы почувствуем улучшение. Нам станет гораздо легче, потому что все мышцы у нас станут сильными. I just explained what you said basically. Now, because it's primary, he's going to touch, just touch, don't compress, just touch, soft. To find the secondary. Сейчас Хосе показывает то, чему мы учимся 5 дней, и это очень сложно понять, как одна дисфункция влияет на другую, и как за счет одной дисфункции можно найти другую дисфункцию. В данном случае, как с помощью известной первичной дисфункции найти компенсаторную, потому что это конкретное место. Вот этому мы учимся весь первый. Не зажимайте, а просто касайтесь. Okay, here is the secondary. И он нашел зону вторичной дисфункции. I'm going to see what is the pair. Он нашел место, а теперь он должен найти модальную дисфункцию, то есть как что это. Go to the primary again. Give it. Primary club palio. Neospirothalamic is the primary palio secondary. Участвуют два проводящих пути. Неоспиротоламический и палиоспиротоламический. Они являются парой. But I need to know if this is priority or is not. Но теперь ему надо определить, это приоритетная дисфункция или есть еще что-то выше. Primary, now, 1, 2, 3. Тесты для определения приоритетов разработаны Хосе и практически проверены. То есть это его know-how.
Как находить приоритетные проблемы? It's not priority now. One, is one, two, three. And now he is weak. То есть в данном случае есть техника, по которой мы вводим человека в полную гипотонию, то есть все мышцы слабы. И он ищет один стимул, который отменит глобальную слабость. Group touch, which is priority. Все остальные стимулы не будут работать. Again, a weak. And I'm going to use the stimulus for the primary priority to negate the weakness. In this area is the primary, another primary priority. И он нашел зону приоритетной дисфункции. И сейчас на этом пациенте Хосе покажет, как работают фракталы и как дисфункции такой матрешкой одна на другой образуются. Это очень хорошо видно. Okay. In this case we have a fractal. У нас в данном случае есть фрактал. Means I have a primary priority dysfunction. То есть у него есть какая-то приоритетная дисфункция. When the primary is crude touch and the secondary is the spinal, the palio, spinal regularis. Хотя просит перевести меня точно, что это палеоспинопеломический путь. Below this dysfunction, I have another dysfunction. Под этой дисфункцией. This compensate the other dysfunction. Есть компенсаторная дисфункция, которая на самой татуировке. In this case, we have here a neo. И здесь задействован неоспинопеломический путь. Like a primary. Как первичная дисфункция. And we have a palio. Like и компенсаторная вторичная палео. We may have a fractal of two levels, two layers. Фрактал может быть из двух уровней. We may have 15 layers. А может быть 15 уровней. И все эти уровни мы можем проследить. If I test the low this one, probably I can find. Если он сейчас будет попытаться найти еще одну дисфункцию под второй дисфункцией. Maybe I can find a spinal cell. Скорее всего, он найдет какие-то механорецепторы, либо мышечные веретена, либо больше. Последним уровнем дисфункции всегда являются мышечные веретена. То есть цепочные ядерные волокна и сумчатые ядерные волокна. Это всегда последний этап дисфункции. Собственно, они влияют на наше движение. If I stretch the pectoral major, the pectoral major still become weak. Если он сейчас растянет большую грудную мышцу, то она становится слабой. It means in this case, what all the stimulus, it means its primary nuclear back fiber. Это значит, что в этой мышце есть нарушение сумчатого ядерных рецепторов. The opposite or the pair or the nuclear back fiber is the nuclear chain fiber. Противоположные рецепторы это всегда цепочные ядерные рецепторы. Touch. I'm going to try to find the other dysfunction. Пытается найти цепочные ядерные рецепторы. If I decrease the secondary, primary is going to increase and TL or touch it will inhibit the hepatomatum. Если он поставит TL на зону первичной дисфункции, попытается убрать сигнал с компенсаторной дисфункции, то индикаторная мышца станет слабой. Opposite side, pectorale. Upper trap, triceps, biceps,
abdomen. Сейчас у нас пациент вошел в гипертонус, это защитная реакция, потому что мы ему дали очень много стимула. Yeah, I'm right now. Okay, in this case, I found three different layers. В данном случае у нас фрактал состоит из минимум трех уровней. Maybe there are more layers in the middle. Может быть, между ними есть еще что-то. The spindle cell, in most commonly, is a lower layer. В основном цепочечные ядра и сумчатые ядра волокна и рецепторы мышечного ретина – это самый низкий уровень дисфункции. We have here another nociceptors in the middle layer. У нас есть нецицепторы как следующий слой. And nociceptors. И еще раз нецицепторы еще в следующем слое. Дисфункция в данном случае как минимум трехэтажная. If I make a stimulus to the primary PVD, all the function come back, I'll keep it going. Если он пролечит вот эту дисфункцию, она не является приоритетной, то она сразу же вернется при малейшем стимуле. И, соответственно, вернется мышечная дисфункция, которая находится под ней. Is it weak? Compress here. Is it strong? Raw. Growing this area, weaken again. Compressed, strong, raw, weaker. Compressed, again, raw, weaker. Compressed, strong, так он будет менять raw, стимул, weaker. Он будет убирать сигнал с рецептора и увеличивать его. В соответствии с этим мышечный стимул будет увеличиваться. Мы якобы пролечили дисфункцию, которая уже. Now it is strong. И теперь у нас мышцы сильные. Again raw. И он может теперь протирать. When it happens, он может постучать, ничего не происходит, то есть якобы мы пролечили все нормально. I can make a stimulus in the neo area. Он уже даже... В первую очередь я хочу вам доложить, что практически та боль сильная, когда рефлекторная, вне зависимости от нашего курса, поднимал, открывался рот, и я делала выдох в связи с тем, что мне было очень больно. Это полностью прошло вчера вечером. Полностью. Практически могу принимать стимулы, и движения довольно свободные. Я хотела бы высказать свою глубокую благодарность Хосе, потому что я, честно говоря, не ожидала, что так быстро, ну так бывает, что-то делается, потом проходит время. Времени не прошло, прошла одна ночь, можно сказать, вечер и ночь. И у меня, в общем, практически сносная жизнь началась. А так я не могла даже пользоваться мышью достаточно хорошо. Остеопаты, как вы все сами прекрасно знаете, работают с тканью. И говорят красивые слова. Мудрость ткани. Да? Говорят о витальности ткани, говорят о жизненной энергии. Но это все терминология 19 века. Если мы с вами будем рассматривать нынешнюю позицию, мы поймем, что любая ткань нашего организма находится под контролем соматической и вегетативной нервной системы, центральной составляющей и периферической составляющей. И мы, как остеопаты, ищем с вами зону соматической дисфункции. Зона соматической дисфункции – это зона изменения, измененной подвижности тканевой, где бы она ни была. Это может быть механическое изменение тканевой подвижности, психоэмоциональное и биохимическое. А Хосе учит в этой зоне находить рецепторы и с ними работать. И если наша с вами работа, возьмите там работу, например, на мотильности или мобильности печени, будет занимать от 15 до 20 минут и требовать очень много усилий, да, концентрации, намерений и так далее, то та же самая работа, которую предлагает Хосе, займет 2-3 секунды. Все, что нужно для того, чтобы виртуально работать по методу Хосе, это прослушать его семинар и самое главное, быть настоящим остеопатом. А настоящий остеопат – это не тот остеопат, который владеет десятками, сотнями или тысячами техник. Это тот остеопат, который умеет с помощью своей руки, с помощью своего инструмента найти зону остеопатической дисфункции. Поэтому все, что предлагает Хосе, абсолютно не идет в разрез с теми канонами,
которые дали нам выдающиеся основатели. Да? Тот же стил, о чем он говорил? Найди, устрани и подожди, забудь, посмотри, как организм отработает. Здесь то же самое. У нас разные диагностические инструменты. Очень. Вы поймите, что те диагностические инструменты, которые дают Хосе, можно любому из нас научиться всего лишь за 3 базовых семинара. Это я говорю из собственного опыта. Я у Хосе учусь больше. Вот. А нашему с вами остеопатическому прослушиванию надо учиться году. Многие там через 5 лет, через 10 лет только учатся хорошо пальпировать. Поэтому, если вы действительно хорошо пальпируете, вот эта методика Хосе, она вложится, уложится, и вы будете только так работать. Почему? Потому что это эффективно, эффектно, быстро. Окей. Спасибо вам большое.